Но я не могу не сказать про депутата Слуцкого, потому что депутат Слуцкий, тот самый, который зажимал журналисток, извините за такое выражение, в Госдуме, хватал их за разные места, звал их стать своими любовницами, мы проверили его имущество, и мы обнаружили, что у него есть большой кусок незадекларированной земли. Это обнаружилось очень легко, просто по Росреестру. И позавчера, нет, вчера, извините, было заседание комиссии по этике, которая проверяет такие вещи. Там была наша любимица Наталья Поклонская. И, в общем-то, все мы понимали, что, видимо, есть такая вероятность, что депутат Поклонская, ну, как бы не очень умна. Но мы недооценивали, насколько. То есть она не очень умна, еще чудовищно лживая, лицемерна. Давайте вот сначала посмотрим несколько секунд, собственно говоря, что там отхапал незаконно, что не задекларировал депутат Слуцкий, а потом послушаем, что же сделала Поклонская. И мы с вами переносимся на Рублевку. Давайте посмотрим на 800-метровый дом депутата. Он у него с 99-го года, поэтому я даже не буду поднимать вопрос, откуда деньги. Цены тогда были другие, так что давайте предположим, что были деньги. Но дело здесь не в стоимости, а в площади участка. Слуцкий декларирует участок 1200 квадратных метров. Но если мы внимательно изучим границы реального участка, то увидим, что они очень сильно различаются с тем, что на бумаге, что наталкивает на мысль. А не захватил ли Слуцкий себе еще незаконно землицы? А вот и нет, Слуцкий не захватывал землицу незаконно. Он в 2008 году взял в аренду соседний лесной участок площадью 1 гектар. Ну так вот, мы отправили все эти материалы в Госдуму. Поклонская, как глава комиссии, посмотрела и сказала потрясающую вещь. Мы Слуцкого оценивать не можем, а материалы, которые нам прислали, не могут быть взяты из открытых источников, поэтому я, Поклонская, бывшая прокурор... Как она работала прокурором? Это, знаете, как вот... Как он работал в очистке? Как этот человек, ну, который вот, извините меня... Вообще ничего не соображает, это Поклонская. Эти материалы не могут быть из открытого источника, поэтому пусть, я направляю запрос, проверят ФБК. Да ё-моё, мы же ей предоставили выписку из Росреестра, открытую. Любой из вас, может, посмотрите на эту выписку. Вы заходите в Росреестр, открытый источник. И видите там, что Слуцкий арендует земли гораздо больше, чем он задекларировал. И вы сопоставляете его открытую декларацию на сайте Госдумы и реестр публичный, российский, государственный, блин, официальный Росреестр. Говорите, что это не совпадает, а значит, он не задекларировал. Но Поклонская говорит, что это закрытые источники, на что нужно проверить. Очень, увы, этот человек, получающий 450 тысяч рублей, очень-очень неумен, а можно даже сказать, очень туп. И я реально не понимаю. Ну, понятно, что она какие-то для нынешнего режима, она важный пиар какой-то такой человек, Крым, няш-мяш, она такая у нее симпатичная девушка и с тоненьким голоском, ее весело показывают по телевизору, но если она не соображает вообще ничего... Понятно, что она хочет защитить Слуцкого, но защити, когда каким-то жульническим, но менее тупым методом. Но она даже этого не может.